Я понял, нахуй. 12 цветов, нахуй, не был. Ну, тебе же понравилось. Нет. 2DC хит, вообще зашибись. Где-то в таргет брать и нажимать, а не кормить, если что. То как обычная хавка будет. Окей, все, сделал. Да. Чего не может рыбу есть питомец? Потому что нахуй ему рыба, он мясо же... Разрешает. Ты открой персонажа этого питомца, и глянь. Нет, нет. Нет. Не, это тут разные. Кто там репичи, рыба, блин? Шлепец я, вроде я. Больше репичи подавать. Давай в ты в танк, нахуй. Я в танк. Ну давай. Что, у тебя пет красный? Шлепец больше тебя дамажит. Я Вилания в третьего. Я Вилания в третьего на ребро и леди спекнешься, а дальше в ДД пойдешь. Хорошо. Там этот боешка. Где? Имбовая. Ну вот, в мобе. Ну если 200, то пусть лежит, нахуй. Меч цинь там фиолетовый. Пускай лежит, нахуй. 15 голды. Когда бы там, не знаю, колье с этой ланы упало. Так, рыбу ставлю. Жрите. Карбонара, блядь, сдохни в луже, блядь, дам ГП, блядь. Да, хорошо. А чё ты всё время на меня, да что ты будешь не на кого? Не, ну, ладно, ладно. Не, ну понял. Если не сдохнешь, я буду укреплять веру в тебя. Да, хорошо. Ну, он, там же не вайпал, не надо. Короче, я каски дал. Ваня, кулаки. Бахните кулак по варам, пожалуйста. Сейчас, секунду. Бахните, пожалуйста, мы же это по разным, типа, сторонам становимся просто танками. Да похуй. Когда он лётать ну, будет. Мы разбегаемся, да. Я убегу кое-что другое. В один фрейм, там, перед боссом, потом разом. Нет, 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 на разбежке. Клеб, бафни про это, пожалуйста. Просто, а я не знаю, как это работает. Друзья, у нас... А, у нас три... Все, да. Ладно, не бей, забей. А чё ты красный стал, Ваша? Он красный стал. Была синенькая, стала красненькая. Она меч выбила красивый. Я понял. Не, она свободная, походу, там. Водикон. Свободная? Да, синяя была когда там, парень была, а сейчас нет нахуй. Я понял. То меньше войны даст тут, даст тут гусь. Тут лох. Геро? Понимаю. Парень не замазал, наверное, нахуй. Вот и бросил. Я 100 лет не играл ретриком. Вспомнить. А танки считаются? Нет. Как они могут считаться, если меня не передамажат? Ломайте, ломайте. Я всякий кринж нажимаю просто, блядь. Ну, ебать, с такими лагами меня, блядь, и танки могут передамажить. На шипе слева тип стоит уже вечность. Шипы бейте? Продувает 2 минуты на шипах стоит. Алло, блядь. Синтек, чё шипы не бьёшь? Ну, у вас прист висит, вот, прям за мной. Я уже 2 минуты на шипе, ребят, убейте, пожалуйста, шип Шадонай. Я право убегаю. Мы еще не бьем 2 минуты. Не 2 минуты, 32 секунды и 0,2. Я понял, блядь. Синтек считает, сидит с таймером, нахуй. Там подписывается, там он, в рейд-чат. А, я понял. Смотри, Warframe чуть не обрыгался. Просто пол хп снесло, блядь. Бля, ребро заебал, нахуй. Я только добегу, да его бурю дал, нормально. Но ты не бегай, но. Все, устал. Ждем моба. Босса. Неола, не умри. Лужа. Так, сколько там я ДПС это даю? Ооо, ебать. Только Shadow Knight выиграл. И то он шипе. Чуть справа на ханте. Который 30 секунд на шипе Синтека сидел. Передамажил. Походу меня передамажишь. Это победа. Синтека, да. Хотя это кринж. Там РДДшники хоть бьют, но... Не вихрем, бля. Если сколько Синтек дает? А, я бал этот шип. У меня просто штанов нету топовых, которые я не увидел случайно. Шип справа. Я его пока выберу, блядь. Хватит лаги, пиздец.
А ты уже палец на экзорцизме, это же держи, на всякий случай. Все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Хорошо, Рика. Нихуя. Ситек народный артист. Ну я вообще-то 2 года выступал в театре, так что да. Я понял, красиво. Там в театре учат пиво пить. Там без пива никак. Там это, считай, первая помощь и со стрессом справляться. Там развивать это другие личности, третий, там, пятый. Нихуя. Шизофрении, да, страдать? Ну да. И что у тебя получилось? Ну, развить какую-то? Ну да. Алкоголичность. Альтер-эго. Она овладела Максимом и сейчас прибыла. О, а кто у нас на эти, Наску? А, мастерша. Нету. Что, сколько дал? Нету. Мне кажется, так что... Да ничего не дал. Было... Да. А в рот дал? 8,8. 8,8? Нормально. 10 на сурфе дам. Я понял, я чисто этот мусорный бак. Прикинь, идем барахло такое собираем. Помойка. Ну что, я распалю. Нормально. Карбар, надо бисовую хуйню. Хуйня на самом деле. Ну, у меня эти... Т4. Че, смысл, носовой, если только? Ну так, чисто, блять. Это... Бесплатно, нахуй. Спасибо. Ребят, всем спасибо за рейд. До завтра, до послезавтра там. Пока. Счастливо. Пока-пока. Покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем. Мерси богу. Лав, а ты говорил, до скольки, до часа там, да? Это если мы ЦЛК не закроем до часа, ты мужчина. Ну, блядь, сейчас вот смотри, 40 минут осталось, если не закроем. Он говорит, что надо пронести фул. Он по своему времени говорит до часа. А. До часу. И по московскому тоже до часу будем хуярить. А, нихуя, фильмы смотреть. Московскую до часу. Просто, блядь. Потом вечер кино. Слушай, так может тогда после ты еще льду соберем? Если до часу по МСК даже хочешь. Мне кажется, я обрыгаюсь. Тебе понравится. Я обрыгаюсь. Да ладно, что ты? Не, там меня зовут Реску по РЛИТИ. У льда... Надо... Это все уходящее. Реска вечная. Наоборот, наоборот. Ревнитель убивает... Рависта и Шлепеца. Шлепец должен быть танком, но... А, нет. Почему-то... Нет, он... Танк ДДшник. Должен быть отцом. Танк должен быть Авелания. Это 5 чипа, Авелания и Вилаша. И Вилаша, да. И у них ревнитель до сих пор убивает людей. Вот смотрите, обратите внимание, как танки танчат. Это охуенно. Хороший. Я не дамаж, я это не агро, вот и все. Понял, ладно. Они просто это очень сильные. Они просто бичи. Обратите внимание на правую сторону. Мы как будто едем в автобусе, ты сейчас с микрофоном стоишь. Обратите внимание на правую сторону. Там вышло 2 жука, их надо залить. Сначала надо залить одного, потом второго. Так, Вилаша, будешь танчить справа, и с тобой будет танчить рыбий чип. Рыбий чип. Вилаша, твоя задача с лестницы моба грипануть к рыбий чипу и там уже разберетесь. Кому рыбий чип? Я, получается, слева? Осуждаю, вообще моментально осуждаю. Да, да, окей. Рыба для тех, кто не рыбий чип. Кто не рыбий чип? Блин, я уже не знаю, какую хуйню. А я что-то не понимаю, у меня 2 чарки берсерка, но почему-то прокает только 1. Ты бомба. Как ты вообще берсерк зачарил? Расскажи мне. Ну, в смысле, 400 АП, ебать. Ты лучше бы на сколько какой там, блядь, на АП? Тебе на 165 АП надо, блин, а не на... Да. Тебе берс вообще не нужен. Берс, а чё это, на ретрика пойдет вот эти штаны, нахуй, слышишь? Может, на ретрика их забрать? Хотя там РП, нахуя. Да вон ужас, бери голову. Бать, убийца. Ладно. Получаете эффект. 5,
А, блядь, тут... И какой, а где готовность? Да, через баф, пожалуйста, выйдем. Так, душу поанонсите, если что. Если надо кого в этот торнадо кинуть, вы говорите, я закину. Кинь там, на кого бог пошлет. Торнадо, блядь. Ну, короче, вы поняли, на ком цепи буду. У тебя вуду есть? Торнадо, сейчас смерч. У тебя вуду есть? Вуду нет, у меня вуду. Вот, удаляй Моба, все аддоны и скачай вуду. И там, короче, сделаешь макрос потом. Называется... Таргет равно мейлсовер, вот. Все вообще поебать, ебать от Лиги, нахуй. Если дайте баф, если у тебя хилбот, ты можешь хилбот записать смерч. Седжу сейчас идет, ты буйвать. Да он ковш нажал, все. Ковш. Ворониного. Седжу ковш. Да он просто ковш. Ты знаешь, это как дядя Степа светофор, то Седжу ковш. Ты должен был убить трэш, а не пить с ним пиво. Ты чё, синтек такое у тебя там? Пока. А, Вилани у нас стоит, что ли? А, все понял. Да, вижу. Думал, понял. Думал, прилег. Ну да, так приунул чисто. Опа! Как дела? БР нет. А кто его разъебал, интересно? Нихуя. Мобы, да? Охуеть. Не, я не вкуриваю как так. Если босса били бы, вас не разъебало бы. Я вот босса бью. Ладно, Вадикон рез и гравист шлепца. Я же знаю, что там танки моча. Все, перевели. Я понял. И танки. Глеб, спекайся в танка. Ой, сбегайся в ДД, пойдем. Че, рез кого? Не лежат. Да их резают. Он тролде, вихрь по тролде, блядь. Нормально. Дикон дал в рависта, ебать. Вот. Равист ушел, дал что вихрь. Ли? Равист, видать, чилик. Дал, ну вихря нет. Я дал. Если дал, то обновляй второй раз. Да, Винь. Там уже все, блядь. Я не чилю, я тут, я просто случайно от БР отказался. Понял, блядь. Хорош. Так добьем, значит. Лучше бы чилил, ну ладно. Эскейп, говорит, нажал. Знаете, как у меня одноклассник называл эскейп, нахуй? Ескоп. Эскупи. Ескоп. Ескупи. Мы сидим, шпилим какую-то игру, блядь. То ли это Postal 2 был, то ли чё, блядь. По кругу? Ескоп, говорит, такой. Чё за ескоп, нахуй? Потом вдуплил, что клавиша такая есть. Ескоп, нахуй. Духи. Извините. Ребята расслабились. Какие духи, говорит, нету здесь ничего. Ты знаешь, как был тупой духи мультик про дятла Вуди, нахуй. Вот этого рыжего. Там, знаешь, был прикол, где... Не мультик, что-то это. Челик ему это зрение проверяет. Он говорит, блять, говорит, зрение хуевое, пиздец, говорит. Тот ему этот указкой показывает на буквы, нахуй. Чё, говорит, не видно нихуя? Не, нихуя не вижу, говорит. Ближе пододвигать. Не, блядь, не вижу нихуя. Ещё, блин, прям вплотную. Не, блядь, не вижу нихуя, нахуй. Вот у нас такие челики в рейде, блядь. Ебать. Распыл. Не, почему? Я ж 10 кинул этот на... Аву, спасибо. Спасибо. Весь шлак. Бесполезный всякий. Ой, блядь. Где этот ебаный осколок, сука, бля? Заебал. Что-то не фартовый, что ли, нахуй? Все, нигде. Пойдем этого бить великана. На великана. Да. Кто-то один должен будет из нас сдохнуть. А можно челлендж устроить? Давай, рассказывай. Цепляем, короче, яд этот. И до конца, короче, инста. А почему ты одержим? Задание для меня недоступно, что надо у кого другого? О, квест, мужики. Да, квест есть вот слева тут. Так, там есть внизу этот этаж, квест. На первый этаж. Не бегите туда. Молот света портал. Там квест. Молот света, что, прости? Молот. А, я думаю, ладно. А вот слева это что такое, коронский лейтенант, это нет?
Войт, а можно сегодня квестики сделать? Конечно, делаем квесты, бать. Ну, которые эти... Развернете. Проф, Лана, Синдра. Тебе чё, блядь? Больше не нужен, да, получается? Тебе чё, не было квестов, и ты в очереди, блядь? А, мы с тобой об этом говорили, блядь. Нихуя себе, блядь. Да? Вот так, блядь. Ебал по мне, блядь. Ну все, теперь ты 20-й в очереди, поздравляю. Не, так мы говорили про это. Ну, квесты напрямую зависят от четкости исполнения тактики в рейде. Если... Ну да, посмотрим. Если будет какая-то залупа, типа, ты знаешь, что делать. Мы тут до часу ночи реально просидим. И есть до часу ночи. Это будет... Я готов вообще не спать. Не сейчас, от ДПСа будет там, не знаю. Ну, ДПС вроде есть. Да все тут есть, как бы... Дракон! Ну, ну от тебя надо четкое просто. Понимание, что делать в луже. Ой, в кукле, блядь. В кукле, да, я знаю, что надо лужи сосать, типа, плевать, вытирать из ней. И потом еще 100 раги набрать, типа, прожать этот скилл, грань. И не сдохнуть, главное. Новое правило в кукле. Лужи надо сосать. Сосать надо лужи. Ну, ну как, всасываем, да. А было бы прикольно, если бы не делали на эту анимацию. Хобота. Ладошками. Ладошками он же здесь черпает. Ладошками. Вот такое. Я вот боюсь, ребят, ладошками что-то там сосать. Вот если бы он сосал, прям много нагинался. Но не ладошками, да. А почему квест не дает мне на этот? У тебя, значит, есть такой квест? В прошлой неделе. Отмени его. Сейчас. И расшарим тебе сейчас этот. Ждите, подождите, не идите к нему. Да. А, да. Ты что там, блять, карбонара, ёбаный покос. Или нет, он не шарится этот квест. Нету, ну все, нахуй. Ну все, так. Забей, без боешки останешься. А, хуярим. Да. В атаку! А где боешка, вы что? Сейчас ну, кого все, выкинет вот с игры, блядь. Все бурсты прожимаем, мужики, все бурсты прожимаем. Оп, все бурсты прожал, блять. Ух, нахуй, засейвил. Бам. Знаете, когда приходит толстый мальчик, толстый мальчик приходит на батуты. Начинается весело. Мастер заражен смертельной чумой. Нихуя себе. Не подходите к нему. У него спит, не подходите к нему. Там скорее. О! Найс метка. Хорошо не выкидывает, пофиксили эту хуйню. Он что, с платформы выкидывал? Нет, раньше он вообще из игры. С игры! К сожалению. Новая обилка какая. Да. Ребутимся, да. Хочу чарку такую на ТТГ, блядь. Чаришься, блядь. Противник, который вас бьет, выкидывается с игры, нахуй. Не работает на арене и да, на полях боя. Еще какую-нибудь ПВЕ чарку, что если, блядь, в рейде синтек там падает, то ему ДП начисляется, нахуй. Вот это вообще топовая чарка. Я не помню, за что. Ну чарка такая, что, блядь, не, ну не париться, не начислять. Почему именно синтек? Ну хуй знает, ну кто-нибудь еще там. Это как карбонар. Карбонар. Какая-то неприязнь этим бревнам. Да не только тебе, успокайся. Ты не бревно, ты хант. Блять, сколько там даешь? 17? А, не, это не ты. 9 кана. Шутка про бревно смешная. Блять, синтек, почему такая хуйня у тебя ДПС так мало? Ну 4-4 нету. Было бы 4-4. А почему нет? Где твой 4? У не выпал же, мы же с тобой что-нибудь ходили, не помнишь? Граждане осталось. Не выпал же нихуя, да. После это. После, короче, сдадим, пошли на корабль. Кто смертник у нас? Ты можешь в целом мне, короче, 3600 рублей скинуть на карту, я себе куплю 4-4, ебать. Ребят, еще раз здрасте. Можно вопрос мой? Привет. Да. Надо поинтересоваться. Тут человечек спрашивает, продаешь ли ты шмотки с ТТГ? Ой. За реальные рубли. Это бред. Типа. Я даже не знаю. Ну какие шмотки, что за человечек? На Лока. С нашей гильдии. С нашей гильдии? Ну да, с да, нашей да. Гильдии продавал. А Ланал, которого ты добавил недавно, вот, он думал себе на Лока там шмотки купить. Не-не, мы... У нас не. Просто так то... отдаются. Да. Только не ПГП. Не, не будем продавать. Не, ну если он просто в рейды будет... Если он будет в рейды ходить, я буду смотреть, угу. Да, вот он ходит, там 19к дает, 20 и все, да, я ему дам. А так, ну зачем, какой смысл продавать? А если другому, ну если другому Локу не надо будет, если никому не надо будет шмотка, mm-hmm. если у него классовая выпадет, то я ему отдам. Или такая же.
О, понятненько. Где Вилаша? А, спасибо. Так, еще раз всем спокойной ночи. Давай. Лезните ее, она померла. А, я не вижу где. Эти багерские, блядь, корабли. Хрен леснешь. Оп, с одной дышки в другую залетел. Вилаша, ты что, споткнулась, что ли? Чума. Чума, наверное. Наверное, чума. Так, берите ранец, запускаю пока. Я сам не взял. Я там чётненько вдалечку. Пахните каску дровидом, пожалуйста, люди добрые. Отверстие мне. Нет, у меня 8% весит. Блять, ебать ты охуел. Не-не, так я про кулаки. Ах ты каски бафает, бафните. Ну да, да, да. По идее, ебать бафает каски. Чё? Ой, это баф на каску. Друидом. Поигрываю мышцами. Так, как там мышцы ебать сделать, чтобы мышцами поиграть в игре? Заебца. Спасибо. Во, мышцы ебать, поигрываю. О, поебать. Ну я в жизни сначала поиграл, а потом надо же, я вспомнил. Бафните еще руки, пожалуйста. Не-не, у него, короче, кольцо 258, блядь, а у меня кольцо 271, он охуел просто. Я уже поиграл мышцами перед ним, своим персонажем. Мистер Андерсон, иногда лучше шевелить мозгами, чем поигрывать мышцами. Так, я в друиде на этой стороне остаюсь, да? Да. Еще вопрос. Здесь, между прочим, кроме тебя, еще 3 друида. У Карбонара. Еще вопросы. Я упал, блядь, в текстуру. Молодец. Сука. Ну-ка, Карбонара, давай БР-войда, блядь. А это ДП? Ну, это же слаг, ебать. Какой слаг, нихуя себе, блядь. Я просто на ранце летел на мага, блядь. Думаю, ебать, я ему пизды дам, нахуй. И просто попал в небытие, нахуй. Я так и понял, птицу, короче, уебался в полете и упал. Я там вообще охуел. Кринж какой-то, блядь. Чё-то этот СЛК меня не любит. Забыл, что было в Хражане? А, они же геоданту какую-то выкатили. Или на нас это не распространяется? На X2 вроде. Да. Там какие-то скримеры. Вчера там были командир. Скримеры, блядь. Сижу там, говорит, блядь, включи, говорит, Аполлон, говорит. Ебать, я там охуел, нахуй. Тип где-то в луне там, нахуй, в кратер какой-то залазит, там, блядь, мертвяк, нахуй. Я думаю, ёбаный в рот. Ночь, нахуй, 3 часа, блядь. Говорит, ебать, говорит, позырь, блин, документальный фильм, говорит, охуенно. И тут еще ванна чихает, да? Там вообще кринж. Потом это тоже было, я. Мы «Изгнание» смотрели. Не, мне, ну, такой неплохой фильм, если его полностью смотреть. «Избави нас от лукавого» называется. Ну, не сказать, что у него бюджет хороший, но на те бабки, и, в принципе, мне кажется, нормально сделан. На телефон снимали. Ну, я хуй знаю. «Вейкнес Блэд» тоже на телефон снимается. Так что? Скоро сами будем снимать. Да мы уже тут, знаешь. Ну уже в фильме, нахуй. Да. Вилашу пробивает уже. Топ-проф, блин. Чё, пошли, улетаем тогда. Пизду, улетим. Полетели, уходим с корабля. Улетаем. Похуй там, кто сдохнет. Вон хукмастер. 50-40 дней, да? А потом мы смотрели «Константин». Джон Константин, ублюдок. Просмотр, короче, в стриме, да? Угу. Все, полетели обратно. А чё, Слав, ты не стримишь, нет? Не. А чего ты?
Вон, РС, РС делай, и все. Мы тебе по 50 рублей кинем, и уже пойдет. А там люди по соточке закинут другие, нормально будет. А потом по 1000. Нет, серьезно. Он не просто, ну, Warcraft такой себе контент. Войт, Войт, смотришь, потом через, блядь, месяца два у тебя уже и комп не лагает. Ну. Да, медюху купишь себе и все. Ну да, он просто сгорел. Ну, 40-90 себе купит сразу же и все, блядь. Да, старый комп. Ничего не поменяется, потому что процессор старый. Там не влезет корпус, надо новый. Да, корпус. Он открытый сделает. Возле чая. С корпуса. Так, как думаете, сколько я там на ретрике дам? 15к дам? 15 дашь. Так ты же 16 вроде додавал. Я, 18 он давал. Я, по-моему, даже вроде 16 или 17 давал на ребре. Да. Ну, 18 это, ну, так, ну, это кринж был. Да я охуел тогда, нахуй. Давай Хэлла тогда в этого. Как он называется там, блять, у ДДшника. Осколки есть? Да, и мало. Нету. Шея. Мастерство хоста. Носовую оно-то надо, но если никому не надо, я 10 кину. Так. Камушки посыпались. Дзуналтору лучше дам. Так, синтек нахуй. Синтек хавай. Твой выход. О, блядь. У меня баешка, ебать. У меня баешка, ебать. Топовая. Все, блядь. Удаляю ее нахуй. Блядь. Бахните, пожалуйста, инту. Спасибо. Какая сейчас ротация? Че там в приоритете надо нажимать на пале, блядь? Напомните. У тебя 4 на 4? Да. Ну все, правосудие. Буря, правосудие. УВС. Смотри, жмешь службу и пока дек зарезу. Еще рано. Не-не-не. Ну, заранее уже учиться. Жагу кидаешь постоянно по КД, как только откатилось, и все. Ну и, соответственно, если у тебя манускрипт 264, то еще удар воина света поддерживай баф. Да, Кирилл, пожалуйста, будет. Ага. Спасибо. Ты еще не запустил, что ли? Нет, еще. Там, блядь, люди не готовы. Тролл Д, карбонара. Отпускаю. Так. Я постараюсь, у меня почему-то, я вижу, что метки нету, и у меня на автомате нажимаю кнопку, которая... Да, у меня такая же херня. Ну, 50 апа проебем, так что не жми. А я вообще не понимаю, а вдруг апа нету, ебать? Ну, типа, как почему? Нет? Обычно же, когда, ну, типа, эффект слабее другого эффекта, он не может перебиваться, потому что пишет, типа, действует более мощное заклинание. Но ну так это же заклинание, так это же не по союзнику. Ну, возможно, на самом деле. Там еще символ видел, что тоже метку разгоняет. Что-то на 20%. Ой, бля. Смотри, псих закричал и побежал. Рома. Thank you.
кто-то тактику на фоне рассказывал. Угу. Карбонара. Частицу на карбонару. Водикон парачейну. Инер. Провис тоже туда же. Заебали, я себя не вижу в рекаунте вообще. Когда кринж. Топ дамаг, мужики. Или хватает я у меня. А, все, хватает. Я понял, нахуй. А я проебался. А я сколько дал, я сколько дал? 10700. Ооо, 10700. А было 9700. Было 8800. Бать, ты крастёшь, нахуй. Ух, нахуй, мышцы не играй, мужики. Ох, блядь. Пиздец. Мускулы, да? Мускулы, нахуй. О, блядь, пизда, просто, о, нахуй, как в Арген придет, о, блядь, ебать. Вот я же говорил, где-то 16 давал, ну, 17 почти. Вот, 4-4 будет, ебать, просто, пацаны, делайте всех антов. Клинок надо кому-то? Блядь, только не мне. Ну, синтек, нахуй, мне кажется, тебе надо. Ну, хуя-то, а хотя там есть ловкость, а там нет скорости, да. Винтовка Равена, ебаный сыр. Сейчас смотри, колье выпадет. Это, ага. А вопрос, а вот залпа есть какой-то я потолок понял. Скорости? Я просто почему-то не понимаю. То есть символом, что без символа, у меня типа 4 и 5. Там Т4, почитай описание. А, это 4 Т4 будет? Ну там написано, что 50% максимум, когда меньше. Движение времени восстановления 50%. Ну типа да, но не меняется. Надо будет потом символ поменять. Ну а тебе всю пачку ловить. Покинь лужу. Возьми третий урок, Шень. Ага, заебись. 20к уже охуенно.
А справа трешак тоже же снесем, там тоже попадает, да? Я бы снес бы, честно бы. Не, но там может боешечка упасть. Мы вот ходили, а тут кольцо выпало в десятке. Ну просто там делов на две, на полминуты. Там же не элитка даже. Ой, это забираю тех? О! Ты нахуй не нужен? О! Душ, душа. Опачки, да. Иди ищи, ног. Сука. О, я нашел. Я не нашел еще. Стоп, а на ком я тогда был, не помните? На паладине? Или на ком? Ой, блядь, кринж. Когда? Ну тогда это я кольцо списал. Мы в десятку? Да, да, это на половине. Где это ебаная хуйня? Я понял, бог. Ты и наваришь штаны тоже спер. Штаны я, кажется, отдал. Да, я штаны отдал. А тут что жать надо? Ничего не надо. Это чисто на нужду гильдии. Ну, хочешь, что и жми, все равно. Слава, сколько винтовка это стоит, Равенна, блядь? Пару тысяч, нахуй. 2500 вроде что-то. Ты можешь дружку, конечно, дать его. Че, правых сагрили. Ой, а как быстро ты его ошкурил, он еще не упал даже. Пару флашек. Где там рецепт был еще какой-то на ювелирку, по-моему. Забей, это синий рецепт, а не помойка. Вон, сфера обезьяны, если обезьяны кому назвали. Плечи. Дай макс это. Плечи, да, вот тканевые. А плечи в ком лежат? Вот у меня. Через меня, через меня ассист. На мне. Вот. А чё, это ленточка упала, нет? Нет. Добрый вечер. Добрый вечер. А карбонара будет этим, как он называется? Обезьяна? Мусор. Тед же будет зеленую хуйню носить. Плечи не пая. А это я сбил. Так, ладно, о чем поговорим? А, кто-то сказал, что два берсерк на 400 АП это говно. Давайте расскажем. Не, два не работает, они по очереди. Нет, сейчас я объясню. Нет, у меня все сработали. У меня, по-моему, висело две чарки одновременно на фурике. Они работают, на ханте берса не работает. Да, вот тебе хантом надо в миле стоять и бить руками, чтобы они. На ханте не надо. Тебе нужно только на АП взять, это 165 и все. Это все заебись, но только. Сейчас земля упадет. Прокает-то она прокает, но тебе, чтобы она нормально работала, у тебя будет урон от мили оружия, а не от рейндж оружия, вот и все. Нет, она просто ему даст стап, и все. Но... Что тут мили оружия? Да, она дает 400 АП. Короче, Макс, статичный 165 АП лучше, чем эта хуйня. Че? Ладно. Ну, блядь, я уже проебал. Ну, это для хантов я имею в виду. Блядь. Да даже проковая одна лучше, чем статичная. Там аптайм бешеный. Не трогай метку. Кружок, звезда и под боссом. Хули под боссом две прием. Одну в РДД. Вы что нахуй? Как тараканы свет включили и разбежались кто куда. Бичи, блять. Че вы дрочитесь-то? Что это было? Ракшейн, Тралден, Шадо. Че нельзя встать под одной меткой? Ракшейн, че нельзя в кружке встать и стоять? Губительный газ. Вместо трех блюют 5 нахуй. Ракшейн, Варфрейм, Рианти, Рианочка. Shadow Knight. Словите рейндж друг от друга. Стоите как бичи, блять. Блюют 3 случайных человека. Споры. Одна под боссом, одна в кружке, одна в звезде, блять. Алло. Алло, да. Алло. 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 Не знаю, что мне деда напоминаешь какого.
только не моего. У меня есть дед, нах. Струшу понят? Струшу понят. Так, блюют 4 человека. Ваникон, Шадоунайт, Варфрейм, Ляночка. Сука, вот те 3 человека должны были блевать, а ты, Варфрейм, лишний нахуй там. Встань, сука, уяли подальше куда-нибудь. Я стою 8 метров. 8 я понял, метров нахуй. Значит, там бичи, блядь. 10 надо стоять. Ну, мили снизить еще даже. Нет, 8... Нет, 8 метров нормально, само то, я сейчас стою на 8 метров, и никто не блюет со мной. Не, ну они же еще наблевать начинают и ходят. Ваши хилим? Не совсем, там не такой прям большущий, раньше не прям это самое, ну. Массейв готовим. Массейв, да, Рокшейн и Ваша. Понял нахуй, Карбонара, как дела у тебя? А че я умер-то? А ты бомж. Пельмень поймал, что ли? Не, просто бомж. Боссу, ты не понравился боссу, он тебя разъебал. Пепняка поймал. Просто, блядь, 3 губительных газа сразу в тебя кинул, нахуй. Хуёвый. Короче, это был приход, приход. Когда приход ловишь, все, отъезжаешь сразу. Пиздец, кринж. Чё с осколками там, нету? Упал, упал первый. Нихуя себе, блядь. Ты пиво. Какое пиво, водку, ты пиво. Ты пиво. Это не спорит, кто что пьет. Ты пиво, сынок. Ты пиво пьешь, да? Пьешь пиво. Так, мастер. Бля, я распыл. Нет, есть, нет, не знаю. Сила гнили. Ебаните шкаф там, чтобы меня сумануть. Чтобы долго не бежал. И меня сумой это сразу. И хук мастера, да, еще. Так. Нихуя, бля, еще кольцо. Этот надо, как он называется? Кровь кому-то. А чё он даёт? А это на квест или что? Да, на шею. Пьёшь её и вампиром становишься. Да. Короче, никому не надо сейчас там. Всё, сумоньте воин, дай хук мастера. Это на ачивку, наверное, надо эту кровь пить. С вампирами жить. Чё вам бандить? Давай, подожди 5 секунд сейчас. Короче, мужики, я обосрался, что-то я не вижу этого бафа. Бывает, так бывает, блядь. Ну все, мы тебя ждем через пошел. Блядь! Сука, 3000 прибан за лупу. Нет. Синты, бля. Ну, на ошибках учится. А ебать, ты поэрил, сколько дамажек, я нихуя не пойму, бля. Он крутой просто. 264 нахуй, где, блядь, 270 почти. А, топа нету, да? Мультики. Так, полетим метку. Что? Синтек? Метку повешу. На боссу. Я что-то... Ну, бля, ладно, так, на следующий. У тебя висит метка. Герой даем? Да. Давай, я разрешаю. Чё-то нихуя не... Почему, блядь? Я даже шмотки сейчас поменял, а у меня ниже 4-5 не падает. Бомж вот под... этот залп. Вот у тебя сколько как залпа? У меня 0,5. Оно не будет ниже падать. Сколько у тебя? У меня 0,5. Да, блядь. ВП хант, у тебя вот залп сколько откат? 4. Скажи ему 0 4. Секунд, чтобы он охуел. Нет, там есть ограничение. Ну ты скажи мне похуй на ограничение. А сколько у тебя хасты? Я просто сильнее кнопку нажимаю. Да, ты от балды ему говори. Заебет во время. Какой нахуй 1700, блядь? Почти 700, ёбаный алкаш, блядь. Синтек, блядь. Я чё-то тебя не вижу в дамаге, блядь.
А я тут, блядь, просто на самом деле смотрю. Ты дамажь, что ты там вопросы заебаешь, пацанов? Я дамажь, ебать, вот, ну, один, два... Я вижу, блядь, ДПС один, нихуя. А я это, не знаю, да в смысле, ебать, сколько у меня там ДПС? Не знаю, посмотри. А я выключил. Ну, чтобы ДПС поднять, но это никому не помогло. На... Бля, интересно, резко пойдем после РТ, блять. Надо очень. А у меня в 11 настольные игры, так что я надеюсь, что мы успеем до 11. Кого? Какие настольные игры? Ты чё, ёбнул? Настольные игры. Че, не знаешь, настольные игры там, ключ на столе, это... Объект. Сюда, ебать. Так, ну это точно на конта, ебать, там столько... Ну это на распыл чисто. На хила хорошо, но, кстати. Ни одной там кошмотки вообще нету, ни одной. Че, Глеб, ты в куклу сядешь, да? Ну, если можно, то да. Я бы пососал, конечно. Лужи. 660 центов, хосты. То садись, и пищи так побегает. Ну я в танке побегу, короче, там все равно. А что если сразу нахуй тураги набрать на кукле и сразу, а он не появляется? Не-не-не, смотри, ты... Там баф дается на 6 минут, или сколько? И кукла сразу сбрасывается. Кукла сразу. Стоп, как ты прожимаешь куклу, сбрасывается? Да. Тебе же говорили, вроде. Нет, она не сбрасывается. Она не сбрасывается, разве? Блядь. Тебе просто раги не хватит. Тебе 100 раги надо, чтобы заюзать. Нет, только видел, что сбрасывается. Не надо его просто нахуй дофиги, на второй фазе разогнать нахуй, что там нахуй? Прожимать этот скилл, наверное. Это, если ты не знаешь, что делать, все, не делаешь. Если не знаешь, делаешь. Я знаю, что делать. Ну и всё. Скилл прожать. Да, шеф! Если там друидам легче было бы нахуй, друид нахуй там 50 рага накопишь. Да это не надо, это все хуйня, не надо ничего. А чего у тебя обычный раптор? А чё, золотой должен? Посмотри на моего. Кстати, есть золотой раптор, ребят. Золотой. Вот у меня фиолетовый, а есть... Бля, ну, посмотри цвет экипировки. Кринч какой-то. А, нихуя, ебать. Я тогда буду фиолетовым. А, подожди, а есть белый раптор? Надо будет посмотреть. Где-то есть. Буду с белым раптором ходить, еще трансмог сделать. Знаете, два этих...